Всем привет, дорогие друзья! С вами Ирина Буханова. Сегодня у меня закупка небольшая, всего лишь на 3000 рублей. Сейчас покажу вам, что купили. Была я в Магните, Пятерочке, в небольших продуктовых магазинах. В общем, была во многих магазинах и Фикс Прайс также была. Показываю все, что купила везде, в этих магазинах. Огурцы. Огурцы я покупала в Победе. 42 рубля. Но это они вышли на 42 рубля. Кстати, очень недорого, мне понравилось. И помидоры тоже я там брала, но это сейчас попозже. Так, достаю все, что попадается. Вот такие коврики. Набор многофункциональных кухонных ковриков. Я уже покупала такие коврики, я их в холодильник выстилаю на полочке. Очень удобно, мне нравится. Одна сторона гладкая, другая такая рифленая. Очень классно. 55 рублей. Один такой комплект. В нем два коврика. Дальше. Из Фикс Прайс фунчоза. Две штуки взяла. Сосиски молочные премиум. Это из Победы. Вот они, кстати, помидоры. Они такие прямо упругие, плотненькие. Ну, мне понравились. Я думаю, что хорошо будет их на готовку. Они не разваливающиеся. 49 рублей. Это вообще очень дешево. Взяла себе Фикс Прайс вот такие гидрогелевые патчи. Ботокс эффект. Ну, буду пробовать. Нужно срочно ложить в морозилку тесто слоеное. Взяла две упаковочки. Но когда нет времени заморачиваться с приготовлением теста, то вот такие варианты, конечно, выручают. Не всегда же оно есть время. Одно тесто такое пресное. И одно слоеное ржевое. Так, и еще Фикс Прайс крем-гель для душа взяла. Вот такой. 55 рублей он. Не знаю, будем пробовать. Кстати, цветущая акация и увлажняющее молочко. Ну, если кому интересно. Первый пакетик пуст. Дальше. Немножечко подмялись у меня. Лепешки со свеклой. Это в Магните мы взяли. Они прям такие красные, смотрите, цвет у них такой красивый. Ну, буду что-нибудь готовить, не знаю. Решила попробовать, я такие просто не пробовала. Зубная паста. Блендамед. 3D White. В Магните взяли. Так, дальше. В Пятерочке взяла немножечко слив. Не знаю, вкусный или нет. Попробую. Если понравится, то куплю еще и заморожу немножечко. Дальше. Перец. Вот такой зелененький обычный перец. Сейчас вам покажу. Такой он прям хорошенький, плотненький. В обычном продуктовом магазине мы взяли 100 рублей за килограмм. То есть очень дешево. Ну, в соотношении с другими магазинами и ценами, да. Кабачки взяла. Молоденькие. Кабачки тоже взяла в продуктовом магазине, в обычном маленьком. Недорого, 50 рублей за килограмм. Так, маски тканевые. Ну, для себя любимый. Такие три штуки взяла. Это я уже заходила в 7 дней. И не знаю, я такие не пробовала. Пробую. Там просто была акция 3 по цене 2. Думаю, да, я возьму. Energy Cola, как обычно уже моя любимая, это из
сегодня из пятерочки. Обычно в магните берем, а сегодня пятерочки. Там была просто акция по 67 рублей. Также из пятерочки. Не молоко. Оно сегодня, конечно, дороговато. Там вышло 113 рублей. Так, дальше. Абрикосы взяли. Честно, уже не помню цены, по-моему, 150, ну как-то так, за килограмм. Так, персики. Или что это? Нектарины. Нектарины. Ошиблась, хотела сказать персики. Крупненькие какие-то, тоже пятерочки взяли. Если сладкие, кстати, я тоже буду для заморозки еще куплю. Попробую. Еще взяла пятерочки вот такую маску. Маска для лица лифтинг. Тоже она, я так понимаю, что тканевая. Я что-то даже не читала, если честно. Посмотрела просто лифтинг, думаю, да, возьму. У меня что-то все маски уже подзакончились. Я обычно заказывала вейв, но сейчас не заказываю, поэтому приходится покупать. Пенка для умывания из 7 дней. Так, и все, этот пакет тоже пуст. Дальше. А дальше самое вкусненькое. Мы взяли вот такого копченого карася. Класс. Ну класс же, ну слюнки такой. Уберу пока столько. Так, это мы в продуктовом магазине. У нас магазин есть Кит. Не так давно открылся. На 443 рубля. Чек из этого магазина. Это этот карась и... креветки. Мы взяли килограмм 600 креветок. Мы хотели 2 килограмма, но там уже не было, просто все взяли. Вот. Кстати, креветки прям такие классненькие. Они в сухой заморозке. То есть, как нам объяснила продавец, сказала, что они даже отваренные уже и замороженные. Очень классно. Можно даже их не готовить, а прямо так есть. Но я буду их готовить. И там такая акция в этом магазине Кит. Достаешь бумажечку, а на ней подарок. Но эта акция действует в том случае, если ты набираешь покупку свыше 400 рублей. У нас там как раз свыше чуть-чуть вышла горчица. Вот такая нам по этой акции досталась. А в прошлый раз мы брали там тоже рыбу я брала, что-то еще уже не помню. И нам достался жидкий дым. Очень интересная штучка, еще не пробовала, но планирую что-нибудь с ней готовить. Собственно, вот и все. Вот такие сегодня у меня покупки. Ну, небольшая такая, это не сказать, что закупка, просто мы съездили по магазинам и купили то, что требуется. Вот и все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Внизу в описании есть ссылки на 2 моих канала. Канал «Мастер своего дела» с кулинарными рецептами и канал «Готовим дома» с быстрыми рецептами. Подписывайтесь, я вас жду на своих каналах. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видео. Пока!